Шлаш-шлаш. В апреле начнутся краш-тесты, испытания автомобилей семейства «Кортеж», которые сделают для Путина, которые будут в его «Кортеж» внедрены в 2018 году. 11 миллиардов на это потратили. Тогда на разработку 3,7 только, на разработку. Нет, 11 с лишним миллиардов. Причем они ушли из бюджета за несколько лет, мы это прекрасно знаем. Тогда были все эти сведения, я Эдику сказал, он начал ругаться, говорить, что этого не может быть, что 11 миллиардов на это потратили, это как же так, там, наверное, ты ошибся. Я говорю, ничего не ошибся, потом представил доказательства, Эдик сказал, да, даже он не ожидал, что во как бывает, 11 миллиардов долларов. То есть ребята там молодцы, 11 миллиардов долларов машинка, там, как у Бэтмена должна быть машина, да?